После долгого зимнего перерыва сотня лучших пилотов страны вновь приехала на автодром «Смоленское кольцо», чтобы открыть очередной сезон российской серии кольцевых гонок. И это открытие оказалось чрезвычайно бодрым. В первой гонке класса «Туринг» Михаил Митяев на «Весте» долгое время удерживал первую позицию, но под конец заезда, когда трасса стала влажной от дождя, уступил лидерство своему партнеру по команде Кириллу Ладыгину. Спор за третье место вели дебютант серии титулованный картингист Захар Слуцкий и многоопытный боец Андрей Масленников. И оба на Hyundai i30N, но бронзу взял более мастеровитый пилот. Во втором заезде сенсацию сотворил Егор Фокин, который умудрился обойти самого Кирилла Ладыгина. Третьим финишный флаг увидел Захар Слуцкий. Из-за многократных нарушений бронзовый кубок достался Ивану Лукашевичу. В суперпродакшене первый заезд остался за Максимом Черневым, но за обгон под желтыми флагами его отправили на третью строчку. Первым стал Вадим Антипов, а вторым – его напарник Дмитрий Лебедев. Во второй гонке Чернев был третьим, однако за грубую борьбу потерял одну позицию. Так что подиум сформировали победитель гонки Владимир Шашенин, а также Дмитрий Лебедев и Андрей Петухов. В категории «Touring Light» тройку лучших сформировали Андрей Радышнов, Петр Плотников и Леонид Панфилов. Вторая гонка обошлась без суровых наказаний, и Роман Голиков, Иван Чубаров и Леонид Панфилов сохранили первые три позиции. В S1600 Егор Санин выиграл не только квалификацию, но и обе гонки. Впрочем, серебряный призер первого заезда Рустам Фатхуддинов, показав лучший круг, подтвердил, что готов бороться за высшее место. Бронзовый кубок достался Михаилу Симонову, который, однако, во втором заезде не блеснул. Второй старт принес верхние ступени подиума Санину и Фатхуддинову, к которым вдобавок присоединился Василий Владыкин. В классе GT4 пилоты на дорогих суперкарах атаковали повороты, обменивались позициями, выбывали из борьбы. В первом старте подиум заняли Антон Немкин, Денис Ременяка и Марат Хайров. На следующий день между Ременяка и Немкиным вклинился Вадим Мещеряков. Следующий этап гоночной серии не заставит себя ждать ровно месяц. Он пройдет на Нижегородском кольце 19 и 20 июня.